Итак, для ребят школы, значит, уже ребята школы пришли в проект, да? Теперь, для тех, кто собирается, или для новичков, обратите внимание, вот этот проект, который я сделал, да, он, я понимаю, что многие не работали на GitHub, и Git не работали, поэтому этот проект сейчас будет черновой. А уже на странице я поменяю проект, который мы будем учиться, в котором уже настоящим образом. И я добавлю уже сегодня участников, он будет называться, запомните адрес, BovSelfI. Это про, тут будет больше возможностей и все. Даже здесь на бесплатном, но что сейчас главное? Что сейчас главное для ребят школы? Смотрите, первое, что нам ребята научиться делать, вот с Git мы сдвинулись, да? Обратите внимание, здесь есть вообще ваша задача всю неделю ковыряться, да? Здесь есть проекты. И вам тот, кто доступен, кто... А, я ж не туда зашел, ребят. Здесь есть проекты. То есть нажимаете Projects, и у вас высвечивается проект, который добавлен на участники школы. Здесь есть задачи. Первым делом мы взаимодействие. Второе, сразу начинаем думать о том, что мы будем делать. Нам надо сайты, мы будем работать с искусственным интеллектом, но не забываем, что будем работать с мобильными приложениями, сайтами. Надо как-то о себе рассказывать, правильно? И сейчас я сюда добавляю гид. То же самое будет и на чистовом. Так. Я сразу что делаю? Правильно, конвертирую, да? И у нас это идет сейчас что? Programming Training System, да? И вы нажимаете сюда, и вам доступна переписка. Все эти видео с YouTube я добавляю сюда. Иными словами, и даю домашнее задание. То есть вариантов будет больше. Но в первую очередь вы должны научиться друг другу помогать. Вот как Дима помогает, то есть никто не сидит. Работаем все, никто никого не гонит. Не надо менять свой распорядок дня. То есть работайте спокойно. У вас должна быть обязательно выставлена, ребят, смотрите, важный момент. Это в вашем аккаунте, то есть должно быть, переходим на главную, переходим к репозиториям, да, вообще, сейчас, секунду, нажимаем так, нажимаем, оно переводится, параметры, и здесь у вас будет, сейчас я назад переведу, у вас будет notification, уведомление. Так, стоп. Сейчас посмотрю. Вот. И там вы выставляете все, что нужно. На первых порах я рекомендую смотреть, пусть остается участие, куда добавили, то есть пусть так и устается по умолчанию, оно будет, грубо говоря, и на почту будет приходить, и здесь уведомления, и так далее. При первом отправлении у вас будет вот здесь подтверждение, что вас добавили, да, вот смотрите, вот я подтвердил, и тут участники, да, тут будет подтверждение, а сейчас... Просто другие уведомления. Это понятно.
Поэтому первое домашнее задание, которое я вам даю, то есть сначала я добавляю вот эти видео, самое простое, учимся с простого, потому что надо эффективно научиться взаимодействовать. Сразу, чтоб это только у кого-нибудь другого бывает, мы будем идти спокойно, шаг за шагом. Научиться всем действиям видео, плюс за следующую неделю разобраться с чем? С Маркдауном. Это за два вечера. Здесь... С Маркдауном. Здесь вот как раз и есть Маркдаун, если мы смотрим. Но кнопки жать это одно. Вот так можно посмотреть, допустим, Маркдаун разобраться, да, как, ну вот это все надо ручками пописать. Открываете интернет, Маркдаун, разобрать, да? Чтобы ручками не писали. Все ручками, ребята, все ручками, никаких... Все. И помогаете друг другу, поехали бомбить это пока. А я буду делать справку. И дальше начнем уже программирование, дальше продолжать. Вот смотрите, здесь у меня уже есть оповещение, я смотрю, да. То есть все, что здесь вот обновилось, смотрите, только что мы с вами отправляли ребятам, прочтите. А, это не мы, это кто-то писал. Мы можем взять и прочитать, пометить, да, что все мы прочитали. Здесь тоже мы сразу выходим на переписку, то есть ничего здесь не упустите. Очень удобно на GitHub. Мы возьмем все варианты. Я помечаю уже, что помечено, оно убирается. Теперь открываю. Что ребята пишут? Все прочитал, все отлично. Поняли, да? Это еще не все возможности, пока хватит на первое время. Ну а в новый рабочий добавлю. А там не надо бояться что-то поломать в этом, так что щелкайте везде, то есть... Это сейчас тренировочный, поэтому добавляйте папки, добавляйте репозитории, старайтесь как-то сотрудничать. В общем-то, вытянуть все, по ходу все уложится. И также работайте со своими репозиториями. Так, пока хватит, пока за эту неделю научиться самым простым вещам. Потом будем ветвление и все прочее. Дайте немножко... Чтоб я видел, что, что ребята понимают друг друга, понимают, как взаимодействовать, а потом будем усложняться. Все по чуть-чуть. Все, ребят. Кто в описании будет ссылка, открываем главную страницу, Cell-Fi, то есть можно учиться в школе уроком, работать в группе в школе, очень много видео. Но кроме того, начинается обучение. И на GitHub, где будет реальная разработка. spb-tut.ru набираете главную страницу Cell-Fi.